Всем привет! Современная сельхозтехника давно шагнула вперед. Теперь яблоки собирают с помощью дронов, сорняки уничтожают роботы, а комбайны способны собирать по 200 тонн винограда всего за 8 часов. Звучит фантастически, а все это уже стало реальностью. И прямо сейчас мы покажем вам эту чудо-технику. Никсат. Никсат – это транспортное средство, с помощью которого можно проводить все работы – от возделывания почвы, посева и защиты посевов до уборки урожая. Орудия и машины для обработки почвы и сева не прицепные, как традиционно, а навесные, что увеличивает эффективность. Система разработана так, что в 14-метровой версии 95% площади поля под посевным ложем никогда не подвергаются переездам, что способствует повышению урожайности и хорошей защиты почвы и окружающей среды. Никсат спроектирован как автономная машина и оснащен периферийной системой мониторинга. Контроль процессов осуществляется из кабины, вращающейся на 270 градусов. Это создает основу для полностью автоматизированной эксплуатации машины и позволяет управлять транспортным средством вручную. Разработкой и спонсированием этого трактора занималась Германия. Примечательно то, что, несмотря на военные действия на территории Украины, команда «Никсат Украина» завершила свою посевную кампанию летом 2022 года. Трактор в этом сезоне посеял 200 гектар подсолнечника и 550 гектар кукурузы. New Holland Broad 9090. Эта машина с интересной конструкцией предназначена для сбора урожая оливок и винограда. Комбайн получил 6-цилиндровый двигатель мощностью 175 лошадиных сил, что обеспечивает как повышенную тягу, так и 35% экономию топлива. Broad 9090 оснащен технологией GPS, специальной системой ATK, которая позволяет отображать местность и контролировать линии с помощью монитора Intel View. Благодаря этому система может измерять ряды, в которых продукт собран или не собран. Но интерес к себе со стороны общественности New Holland получил после установленного рекорда. С помощью Broad 9090X им удалось продемонстрировать продуктивность высочайшего уровня. В течение 8 часов работы рекордсмен собрал ягод в количестве 197,6 тонны. Из этого сырья можно изготовить около 200 литров вина. Коэффициент полезного действия машины за 1 час равен 24,7 тонн ягод. При этом потеря плодов, а также расход топлива минимизированы. Tevel Aerobotics. Последние несколько лет по всему миру наблюдается острая нехватка рабочих рук для сбора урожаев фруктов в садах. Израильская компания Tevel Aerobotics придумала, как решить эту проблему. Они создали автономные летающие беспилотники, способные делать работу за людей. Беспилотники соединены с рабочей платформой. Каждая платформа состоит из модуля на колесной базе, который движется вдоль рядов плодовых деревьев, а квадрокоптеры соединяются с ним при помощи кабелей. База служит источником электроэнергии для беспилотников. Используя бортовые камеры и зрение на основе алгоритмов искусственного интеллекта, дроны могут распознавать отдельные фрукты и другие объекты. Дополнительно, они способны оценить их размеры и даже зрелость. Кроме того, беспилотники могут избегать препятствий на пути к выбранному фрукту. Для сбора коптеры используют роботизированные манипуляторы. С применением специальных стабилизационных алгоритмов они собирают плоды, отправляя их в кузов колесной платформы. В отличие от обычных сотрудников, устройства способны собирать фрукты даже ночью, до тех пор, пока хватит заряда аккумуляторов базы. Plogia AA4BX. Думаете, уборка картофеля не может быть эстетически привлекательной? Посмотрите на то, как это делают в Нидерландах с помощью современного комбайна Plogia AA4BX, захватывающего сразу 4 ряда посадок. Это многофункциональный технический комплекс, предназначенный для механизированной уборки картофеля на больших территориях. Съемки видеоролика проводились в самый первый день использования комбайна, поэтому он такой чистый. Работает комбайн в паре с трактором или грузовиком, ведь картофель нужно куда-то выгружать. Способ уборки картофеля заключается в захватывании и передаче слоя почвы с клубней плодами вверх на транспортер. Последний выполнен из металлических стержней с зазорами 2-3 см между ними. Перемещаясь по полотну элеватора, частицы грунта проваливаются в щели между прутьями, а картошка перемещается в специальный бункер.
Свагбот. Сельскохозяйственный робот Свагбот может похвастаться тем, что умеет самостоятельно уничтожать сорняки. В описании устройства не говорится, сколько видов сорняков Свагбот может самостоятельно идентифицировать. Однако создан он в США, поэтому алгоритм запрограммирован на популярные там сорняки Nacella trichotoma. Свагбот состоит из прямоугольной основы с длинными поворотными колесами, на каждом из которых прикреплен собственный электродвигатель. В центре Свагбот установлены лидары, камеры и антенны с системой управления. Кроме того, под центральной частью находится баллон с распылителем гербицида. Распознавание сорняков происходит при помощи двух камер – в центре Свагбот и под ним. После того, как искусственный интеллект идентифицировал растение как сорняк, устройство останавливается и опрыскивает его гербицидом. Изначально этот бот задумывался, чтобы самостоятельно следить за крупным рогатым скотом и с легкостью перемещаться по ухабистой местности, помогая направлять коров к пастбищам и избегать потенциальных опасностей. Eggbot 2. Австралийские ученые и инженеры сконструировали робота, который может классифицировать сорняки, а потом выбрать один из способов, как от них избавиться. Eggbot 2 уничтожает бурьян тремя методами – химический, механический и термический. Этим он отличается от предыдущего робота. Например, если роботу попадаются устойчивые к гербицидам сорняки, то он может от них избавиться или с помощью механической руки или миниатюрной горелки. Eggbot 2 определяет сорняки с помощью камеры и фотобазы, в которой собраны фотографии основных видов сорняков. В данный момент исследователи сосредоточились на трех растениях, которые очень популярны в Квинсленде. Но со временем они обещают расширить базу. Хотя робот уже доступен для покупки, на территории стран СНГ он пока не актуален. Ассалифт. Машины Ассалифт способны выполнять уборку корнеплодов как для их потребления в свежем виде, так и для переработки. Простая конструкция машин обеспечивает хороший обзор всех узлов и механизмов, а также их доступность при техническом обслуживании и ремонте. Конструкторы Ассалифт спроектировали все вращающиеся рабочие органы, например, ножи, с достаточным свободным пространством вокруг них, что позволяет значительно снизить затраты времени на их очистку и уменьшить их износ. Чаще всего их используют для того, чтобы собирать морковь и свеклу. Интересный способ изобрела компания для удаления ботвы. В этом случае используется техника, которая аккуратно отделяет ботву, не повреждая сам плод. Он будет храниться в таком случае намного дольше. Друзья, нам очень нужна ваша поддержка. Не забывайте ставить палец вверх и делиться своим мнением в комментариях. До встречи!